порча имущества – это неправомерные действия людей, которые приводят к нарушению внешнего вида и технического состояния объекта собственности. Чаще всего на порче общедомового имущества попадаются подростки. Можно ли привлечь их за это к ответственности, нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Исписанные стены в подъезде, сломанные перила лестниц и входные двери, испорченные почтовые ящики – такая порча общедомового имущества жилых, ну и квартирных домов, к сожалению, не является редкостью. Чаще всего подобные действия совершают подростки, не достигшие совершеннолетнего возраста, не подозревая о том, что административную ответственность они несут уже 16 лет, а уголовной ответственности по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм» с 14 лет. За уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, наступает административная ответственность по статье 7.17. КОАП РФ, который предусмотрен наложение штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Значительным ущербом может быть признан размер свыше 5000 рублей. В силу части 1 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители или усыновители, или опекуны. Кроме того, на них может быть составлен административный протокол по статье 5.35 КОАП РФ, то есть ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Таким образом, по общему правилу, лица, достигшие 14 лет, несут ответственность лично наравне со взрослыми. При отсутствии собственного дохода вред возмещается родителями либо попечителями. Что касается понятия вандализма, это осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественных местах, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев. Те же деяния, совершенные группы лиц, равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какого-либо социальной группы, наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.